За 3 года со дня основания небольшой для подобных учреждений срок зимнему саду удалось завоевать сердца берестейцев и стать одним из значимых мест в городском контексте. С каждым годом пополняются постоянные экспозиции, регулярно проводятся тематические временные выставки, благодаря чему растет популярность не только в Беларуси, но и за ее пределами. Все больше интересных и взаимовыгодных предложений поступает сотрудникам от других научных сообществ. Дружественные связи перерастают в уникальные проекты, подобные открывшейся сегодня выставке «Тайны земных недр», в рамках которой представлено более 50 экспонатов минералов, горных пород и около 20 палеонтологических находок. Традиционно в начале декабря мы отмечаем день рождения нашего зимнего сада. Сегодня мы празднуем уже 3-й день рождения, нам 3 года. И в знак этого и в преддверии новогодних праздников мы дарим гостям Бреста, жителям Бреста, молодежи нашей учащейся вот такую выставку в виде выставки минералов под общим названием «Тайны земных недр». Это первая такого рода научно-просветительская выставка, посещение которой будет интересным как для научных сотрудников, так и для студентов и школьников. Экспонаты приоткрывают не только тайны мира минералов, но и рассказывают о геологическом прошлом Брещины. Кроме того, на выставке представлены некоторые редкие виды пород и минералов с разных концов Евразии. Все они являются настоящим украшением своих постоянных мест нахождения, учебного кабинета геологии и биологического музея Брестского государственного университета, а также частных коллекций. Очень часто люди говорят о природе, о живой природе, растениях, животных. Это действительно очень важно, прекрасно, но не менее интересен, неповторим и для посвященного очень ярок мир камней самоцветов, минералов и горных пород. Камень – это уникальное творение природы. Тематическая выставка «Тайны земных недр» – самое лучшее тому подтверждение. Все они имеют различные свойства и характеристики, по-разному выглядят и используются человеком, но всех их объединяет неповторимость и исключительность. Благодаря особенностям происхождения в мире нет двух абсолютно идентичных камней, и этот факт придает им особую мистичность и притягательность. А потому побывать на выставке, которая включена в работу зимнего сада до середины января следующего года, будет интересно не только настоящим коллекционерам минералов и горных пород, но и тем, кто хочет приблизиться к познанию тайн, которые хранят в себе недра родной земли.